Нравится ли вам жить в Тамари? Если да, то почему? Если нет, то какие проблемы есть? Мне нравится в нашем городе, я люблю наш город. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы он расцветал, был красивый, зеленый. Ну, чтобы люди обращались, ну, как внимательнее были, не сорили. Ну, бережливее относились ко всем построениям, которые делаются для подросткового поколения, для взрослого. Ну, хотелось бы, чтобы как можно было красивее в нашем городе. Так у нас городок-то неплохой. Дома все красивенькие, как вы заметили все. Ну, у нас не хватает зелени. Что-то еще бы вот хотелось на площади, чтобы больше как-то красоты было. Вот нет у нас еще красоты в нашем городе. Сейчас все благоустроилось, все, дома все обшили, дороги сейчас начали делать. Нравится? Очень нравится. Проблем, честно говоря, много, особенно дороги. Понимаете, здесь у нас толком, как сказать, в основном совсем ездим в Южном. В Южный. А дорога, сами знаете, вы, наверное, сюда ехали, видели. А почему-то повлиять как-то на наше руководство не получается. Люди жалуются, а толку как-то мало. Так живем-то вон там на болоте, как кулики внизу. А тут-то, конечно... Просто сюда придешь, и да неохота, и чужое болото. Ну, в основном-то нормально. Обслуживание здесь хорошее. Ну, что еще вам сказать? Мероприятия культурные вот проводят по всем праздникам у нас. Внимание обращают со стороны медицины, обслуживание нормально, хорошо все. Проблем нету. Нравится, конечно, я же сахалинец. Живу здесь, на Сахалине. И в Тамари давно живу. Родился в Корсакове. За последнее время город вообще преобразился. Площадь хорошо сделали, дома обшитые, почище стало. Во-первых, здесь специалистов не хватает, аппаратов много не хватает в нашей ЦРБшке. Старое же все оборудование. Хоть бы как бы какую-то льготу делали для села. Посылали сюда инструменты, специалистов. Вот. Здесь очень много чего не хватает. Так-то город хороший, здесь благоустройство сейчас стали делать. Даже у нашей Черемшанки благоустройство стало хорошее. Асфальтовое покрытие делают. Вот недавно упало, бордюр ударилось. Ну и что? Ну все это хорошо, это к лучшему. Но вот все равно чего-то да не хватает. Вот всегда так бывает. Никаких проблем. Я здесь прожил почти 74 года. Меня все устраивает уже. В принципе, да, жить-то везде хорошо, где нас нету. Так что вот такие дела.